Мне не дает покоя еще один метод нейтрализации гранат из кино. Там для спасения от гранаты ее бросили в ведро с водой. Любопытно узнать, погасит ли вода взрыв, усилит его или не подействует никак. Что ж, давай попробуем. Снова на полигон. Адам и Джейми зарядили боевую гранату и положили ее в ведро с водой. Правда ли это способно погасить взрыв, или для кинорежиссеров просто неписаны законы физики? Этот метод может оказаться лучшим методом обезвреживания гранат, потому что вода сильно замедляет движущиеся в ней предметы, даже если они движутся на огромной скорости. 3, 2, 1! Чувак, это невероятно! Это от ведра? Это дно? Да. Что ж, нашему ведру... Настала труба. С виду фигуры почти не пострадали. Вода снизила общее число ранений осколками. А значит, она где-то помогает уцелеть. Итак, когда надо спасти друзей от гранаты, ведро дает очень хороший шанс.